В 60-летней истории завода наступил новый этап. С 2002 года открытое акционерное общество «Автомобильный завод Урал» работает в структуре бизнеса большегрузных автомобилей холдинга «Руспромавто». На выставке «Мотор-шоу» автомобильный завод представляет некоторые направления модернизации действующих моделей и прототип нового семейства автомобилей тяжелого класса. Полноприводное автомобильное специализированное четырехосное шасси «Урал» с колесной формулой 8x8 позволяет устанавливать различные типы навесного оборудования, имеет грузоподъемность 15 тонн, оптимальную монтажную длину, различные варианты отборов мощности для привода агрегатов при высоком уровне проходимости, оснащен современной кабиной производства «Ивеко Уралас», позволяющей повысить комфортность, снизить утомляемость водителя, обеспечить ему при необходимости условия для отдыха. Одним из вариантов модернизации известных автомобилей «Урал-4320» является установка на этом автомобиле современной кабины производства совместного предприятия «Ивеко Уралас» в капотном варианте и двигателя ИМЗ, соответствующего экологическим нормам Евро-2. Салон выполнен с учетом последних требований эргономики, рассчитан на 3 человек и оборудован спальными местами. Представитель нового семейства большегрузных автомобилей «Урал» полной массой 33,5 тонны. Автомобиль оснащен ярославским силовым агрегатом мощностью 400 лошадиных сил, соответствующим экологическим нормам Евро-2, 9-ступенчатой коробкой передач, кабиной производства совместного предприятия «Ивеко Уралас». Автомобильный завод «Урал» продолжает совершенствовать свою продукцию в соответствии с требованиями времени и рынка. «Урал. Стратегия лидерства».